В главной теме сегодняшнего выпуска мы говорим об этике ведения бизнеса. У нас в гостях Владимир Шаверин. Владимир Айзекович Шаверин родился 2 мая 1951 года. Координатор Академического центра экологии и безопасности жизнедеятельности. Академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Президент ротари-клуба «Днепропетровск». Тренер по развитию личности. Бизнес-консультант и бизнес-тренер. Автор и ведущий циклов программ «Свой взгляд», «Ротари-ротарианцы» и многих других проектов творческого объединения «Колес ТВ». Здравствуйте, Владимир Айзекович. Возможно ли ведение бизнеса на честном слове? В условиях сегодняшнего времени ваш вопрос звучит провокационно. Вместе с тем, в историческом опыте славянского предпринимательства вопросы порядочности, нравственности, морали, честности, чести занимали колоссальное место, играли колоссальную роль. Можно привести кредо российских купцов того времени. К тому времени относится время Средневековья, 15-16 век. Кредо купцов звучало следующим образом. Прибыль превыше всего, а честь превыше прибыли. Сегодня эти вещи могут казаться какими-то нереальными. Вместе с тем, есть масса исторических примеров, которые показывают, что бизнес на честном слове – это реальность, это историческая реальность, это корни нынешнего, сегодняшнего предпринимательства на наших территориях. Известное выражение, всем известное – «стереть в порошок». Нам казалось, что это выражение где-то хулиганское, криминальное, это какая-то угроза. На самом деле в выражении «стереть порошок» очень интересная основа. Это профессиональное купеческое арго. Суть его заключалась в следующем. Если купец первой гильдии не держал своего слова, его фамилию записывали на доске, мелом записывали, и тряпочкой ее вытирали. Мел осыпался. Человек, который подвергся этому, так сказать, воздействию, не имел права больше считаться купцом первой гильдии, ему запрещалось посещать купеческие собрания, с ним никто не хотел иметь дело, и его предавали суду Божьему. Долг его забывался. Об этом долге с него никто этого не требовал. Но, нарушив слово, он переставал быть воспринятым среди людей своей профессии, своей категории. Больше того, в истории купечества, тогда, когда оно формировалось, когда оно, так сказать, набирало силу, принципиальное значение имело, вот что называется, наследственность. Это было потомственным делом. То есть несколько поколений купцов существовало, и они нарабатывали вот как раз требования моральные, нравственные, порядочности и честности. То есть человек считался купцом тогда, когда у него вот эти качества не только у него были, но и через весь род проходили. Тогда эти люди считались действительно представителями полноценными вот этой категории, как сегодня называют бизнесменов. Вопросы морали, нравственности, порядочности на территории славянских государств исконны и историчны. Мы сегодня просто об этом забыли. Я могу просто один примерчик привести, что вот долгое время на территории Руси той же были представители купцов, которые действовали по категориям, как бы. Были купцы первой гильдии, второй гильдии и третьей гильдии. Я сейчас не буду говорить, в чем они различались, но вопрос заключался в том, что только купцы третьей гильдии работали с теневыми деньгами. Первая и вторая гильдия работали только на порядочности. И сделки заключались, многомиллионные сделки заключались, без всяких контрактов, без всяких договоров, только на честном слове. И этого честного слова хватало для того, чтобы быть гарантией любой сделки по любой сумме. Более того, есть один интересный пример. Купец Четверяков, он 30 лет разыскивал кредиторов своего отца,
которым отец задолжал за сделку 30-летней давности. Он положил свою жизнь найти всех людей, которые от сделки пострадали тогда. И его задача была возместить потери и принести свои извинения. То есть вопрос «бизнес на честном слове» – это не абстракция. Если мы вернемся к корням, то увидим, что сегодняшнему бизнесу как раз, наверное, и не хватает вот этой честности и порядочности, а люди эти категории сегодня просто-напросто при организации, при ведении бизнеса просто не учитывают, не ставится целью вот эта сторона. А очень хотелось бы, чтобы эти вопросы как раз честности, порядочности, моральности в бизнесе, они сегодня возрождались, иначе мы с вами утратим по большому счету и где-то профессиональную ценность этой профессии, этой работы и отношение к этому со стороны людей, которые и в бизнесе, и вокруг него находятся. Поэтому, наверное, задача сегодняшнего времени – вспомнить замечательное историческое прошлое, которого, как это ни странно, ни в одних других государствах не было. Только славянский бизнес имел под собой вот эти самые моральные и нравственные корни. И кому, как не нам, эти традиции возрождать. Другие не смогут, потому что у них этих традиций нет. Спасибо, Владимир Азикович. Я надеюсь, наши зрители воспримут это как руководство к действию. У нас в гостях был Владимир Шаверин.